мне пока непонятно. Либо мы всем также дальше разрешаем в рамках установки павильона вдоль дороги, либо, соответственно, значит, выборы кому-то можно, кому-то нельзя, не должно. Пока прекращаем. Все, завтра пусть, значит, какое-то время, по смыслу расписания, сейчас мне прекращает работу. Все, все. Потому что еще раз говорю, одни делают, другие устанавливают, другие не устанавливают. Там у нас тоже вдоль дороги отвратительный ремонт идет, имеется в виду павильонов. Там, значит, у нас не хотят туалет делать, мы вот это будем. Значит, тогда вот эти все павильоны в ту сторону, там место есть, чтобы здесь площадка была свободна. Широкая, нормальная, просторная. Вот таким вот образом. Значит, я прекращаю на этом штаб. Еще раз говорю, что сейчас с министром экономики края встреча. Протокол должен быть завтра у меня на столе со всеми указаниями четкими, которые сказал. Еще раз обращаюсь к заместителям своим. Я не просто так говорю, а по-серьезному говорю. Значит, я делаю выводы, как я и говорил. Должна быть одна политика, одна позиция, чтобы в городе был порядок. Так что одним можно, другим нельзя, неправильно. Есть регламент, который мы должны соблюдать. Все, спасибо.